Добрый день, зрители нашего канала. Сегодня мы в гостях у Нигмата. Сегодня 29 марта. И вот на его томатах, как вы видите, уже, когда мы там были, да, помидоры были большие. Сейчас смотрите, какие кисти уже налились. Идет налив плодов активный. По 6 помидоров вот они, по 6. Уже завязалось 5-6. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас шестая кисть цветет. Идет. И сейчас самый главный процесс, да, это вот сейчас, в первую очередь, да, конечно, опыление. Но налив от нижних плодов. Видите, две кисти уже идут активно. Я так думаю, что где-то, наверное, недели две, и уже он подойдет. Сейчас, Нигмат, ты что даешь под него? Ну, в основном у нас, как мы раньше рассказывали, это корневая и системная. Магнитрат, калий, нитрат, кальций. И чередуем с фосфором еще. Фосфор тоже немножко даем, потому что 19 комбинированное удобрение. Если их не давать, они... уже не будет, потому что все требуется сейчас как раз в такое время. Полный идет сейчас налив. Да. Уже вон там видно даже. Вон краснеть начинает 1-2. Сейчас надо его видно. Качать, помидор. То есть его надо кормить. Потому что сейчас, если не накормишь, он не нальется. Да, да. Потому что, видите, помидоры плотные, да, то есть их, соответственно, надо кормить хорошо. Обязательно кальций, калий. Должно быть сейчас много в питании, потому что это очень важно для плодов. Чтобы ни вершинки не было, чтобы помидор, тем более красный помидор, чтобы он был хорошо окрасился, потому что красный помидор на рынке, он используется спросом. Соответственно, сейчас мы начнем еще давать хромовел. Это, во-первых, улучшает качество плодов и цвет плодов. Оно будет более красивое, красное все и привлекаемое в смысле. Хромовел опрыскиваешь или... Это идет опрыскивание полностью, опрыскивание идет. С другими лекарствами, это удобрение. Алговел, натурамин тоже добавляем туда. Вместе все даем, она и будет красный-красный помидор. Очень приятный на базаре. Ну да, потому что сейчас цвет у нас как бы ценится. Играет большую роль. Да, очень, чтобы он был темно-темно такой красный. Потому что сейчас бледные помидоры и китайские есть, и с Ирана приходят. Наш помидор берет цветом. Вот он натуральный красный цвет. И чем он краснее, тем цена на него лучше. Тем более цена может отличаться там 100-150 тенге за цвет. Потому что как бы, ну, плотно здесь и так чувствуется, она хорошая будет, да, потому что видно. Но вот нужен еще максимальный цвет. Цвет максимальный дает либо это фуд-колор, либо хромовел. Фуд-колор, да, хромовел, фуд-колор. Вот пройтись его два раза, и помидор будет, он будет и красивее. И самое, что хорошо от этих препаратов, помидор не становится мягким, а наоборот, становится более плотным. То есть он и приобретает хороший цвет. Единственное, многие люди не понимают, что надо пыскать чуть-чуть заранее, дней за 15-20, да. То есть... Вот сейчас как раз вот ночевать наливать, вот уже можно опрыскивать уже. 1-2 раза наливать. И не лениться, самое главное, побольше. Вот каждые 7 дней, ну, 2, больше, пусть будет больше, ничего страшного. От этого никакого вреда нету, если пользы не будет, все. Потому что все-таки это удобрение, это не гормоны, и, соответственно, то есть они улучшают качество плодов, но не ухудшают свою лёжкость, а улучшают ее. Потому что есть некоторые, кто балуются этиленовыми гормонами, там 2-3 дня на базаре продал, и он уже мягкий сосался. А здесь, а наоборот, мы стараемся так, чтобы помидор был очень лёжким. Поэтому гормонами такого, как этиленового ряда, мы не пользуемся. То есть советуем и вам, соответственно, давать либо натурфлуколор, либо хромовел. То есть кому что больше нравится. Опрыскивать можно даже вот верхнюю часть, то есть можно чисто ряд вот этот опрыскивать, будет экономнее.